Привет, я Джесс. Добро пожаловать в мой видеоблог. Обычно моряки ведут бортовые журналы, но меня девайсов на полгода не лишить. Я стану самым молодым человеком, в одиночку проплывшим вокруг света. Ты капитан, поняла? С ней все будет хорошо. Невероятно крошечная лодка, чтобы ребенку выходить на ней в море. Они ждут ее провала, ей нельзя возвращаться побитой. Красный закат, моряк ему рад. Красное небо с утра. Предупреждение моряка. Захватывающее путешествие по мотивам реальной истории Джессики Уотсон. Самой молодой в мире мореплавательницы-одиночки. Боже, это страшно. Я часто в ужасе и сомневаюсь в себе. Мир может быть сложным, но при этом он прекрасен. С дислексией ты потеряешься посреди океана. Это опасно, ясно? Может, дашь мне уже передохнуть? Мне так одиноко. Но именно при преодолении препятствий раскрывается истинный характер. И сейчас передо мной молодая женщина, которая совсем справится. Масштаб твоей личности. Определяют лишь твои мечты. Ура! Ура! Я считаю, есть смелость в том, чтобы признаться, что не все идет гладко. Итак, я Джессика Уотсон. Я выносливая, и мне сложно. Но это ничего. Сила мечты.